Что такое? А, мы кое-что забыли. Сейчас мы с Плюшенькой покажем ролик для любителей майонеза. Да, Плюша? Да. Многие очень любят домашний майонез, но боятся готовить его из-за того, что входят туда сырые яйца. Есть вот такой вот способ, по которому я пользуюсь сама. Вот водичка, да, она вот только закипел чайник, вылили в мисочку. И туда яйцо, чтобы оно, желательно целиком, вот у меня маленькое яйцо, поэтому я его буду держать минутку где-то. Если яйцо покрупнее, его держат где-то до 2 минуток. Вот такое яйцо после кипятка должно у вас получиться. Не надо пугаться, то, что вот подвоилось здесь, наоборот, это знак того, что вы сделали все правильно. Вот положила я чайную ложечку сахарного песка, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки горчицы. Это мой рецепт, каждый делает по-своему. И чайную ложечку уксуса 9%. Масло я сразу не добавляю. Не знаю, как тоже по привычке. Закрываю желток. И теперь уже добавляю масло. Вот такой майонез получился. Я густой не хотела, поэтому масло я добавляла. Ну, где-то приблизительно, может быть, грамм 100-150, я не могу точно сказать. А так, если хотите погуще, то регулируйте именно объем масла, добавление масла. Сюда хорошо еще добавить чесночка. Если вот, например, щи, борщ и вот такой майонез для супа, это просто великолепие. Всем салютики, мои дорогие. Сегодня у меня запеканка. Запеканка называется «Адское наслаждение». Немножко забористых огурцов. Прямо вот чуть-чуть-чуть-чуть-чуть осталось. Со сметанкой. Блин, я хлеб забыла. О, не-не-не, так не пойдет дело. Я сейчас вернусь. Я вообще не пью ничего. Ах, нифига себе. Лучше всякого шампанского открыла. Забористая. Мама, не горюй. И прямо так захотелось. Так, отдайте мою крышку. Домовой, домовой. Поиграл и отдал. Или нет, поиграй и отдай. Ваше здоровье. Ох, водичка-то, а? Просто пить захотелось. А так я во время еды никогда не пью. Не знаю, не хочу почему-то. Итак, всем приятного аппетита. Начинаем трапезничать как можно быстрее. Так, поехали. Мы едем, 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 далекие края, хорошие соседи, счастливые друзья, тра-та-там. Так, итак, что у меня в этой запеканке? Сокровища адские. Там кабачок, грибы, картошка, фарш. Адская смесь, правда? Сметана. Но это вкусно реально. Вот осталось от ужина. Ну что, думаю, из контейнера-то вынимать на тарелку. Конечно, на тарелочке красивше. Ну и тут неплохо. Так, и сейчас, пока я не забыла, это все же бывает. Я хочу в первую очередь передать привет. Передать привет Евгении, Евгеша. Салютики вам. Хорошего настроения, позитивного, радостного. Короче говоря, всех вам благ. Еще раз огромный-огромный приветик. У меня помада, но... А мы продолжаем.
А, еще сыр там. Ну, сыр только сверху. Вообще, куда сейчас без сыра? Его везде пекают. Ну, потому что это вкусно, реально. Сыр придает свой какой-то сливочный вкус. Очень вкусная запеканка. Я схитрила. Мои не все любят кабачки. Я... Я слоями. У меня слоями картошечка была. Ну, то есть все положено слоями. Ну и решила я слой кабачков положить. Кабачки пока еще остались, лежат. Можешь снять эту корочку. Пригорочка. Но. Ну вот, и мое такое, скажем, мошенничество никто не усек. Вкуснецко. Можно сюда, конечно, было и помидорки положить, и всякой всячины. Ну и так, хорошо, вкусно. Так, дорогие мои, еще был вопрос от Марины. Марина спросила, кормлю ли я, ну, собачек сухим кормом. Да, имеется такое дело. Хотя, по сути, когда кормишь натуральной пищей, ну, то есть тут надо выбирать либо натуральная пища, либо корм сухой. Все дело в том, что, например, если взять нашу овчарку Гильзу, то она у нас росла на роял-канине, на сухом. А потом что-то с ним случилось, не знаю, она стала отказываться. Видимо, все-таки уже, может быть, качество стало хуже, не знаю. Все же когда-то портится. И мы стали уже давать ей немножечко натуральные пищи. То есть утром, например, мы оставляли роял, а вечером мы давали уже натуральную еду. Хотя, по сути, так нельзя. Сейчас мы перешли, вообще перешли как бы на Сириус, это корм премиум класса. Я хочу сказать, что, ну вот у нас так и есть. Просто там мне девочка одна, ветврач, сказала, что лучше так не делать, как бы. Я ей сказала, ну у нас пока как бы, ну, то есть не ожидать, когда какая-то реакция будет. Ну вот они так привыкли, я не знаю, вот мне никак не переучить. Если я не дам им сухой корм, а дам им утром натуральную пищу, обычную, они есть не будут. Но я знаю, что многие так дают, например, утром корм, вечером еда обычная или наоборот. Ну, не знаю, пока у нас все хорошо, дай бог, чтобы не пока, всегда было. Но, по сути, если что, так делать нельзя, конечно. Вот сейчас этот корм Сириус, почему-то все пропали, пропадают корма. Ну, не почему-то, понятно, что из-за санкций все корма стали как-то потихоньку исчезать. А вот этот корм Сириус, это отечественный производитель, но это премиум класс. Ну, не знаю, посмотрим. В общем, вот так вот. Да, даю, поэтому, но не повторяйте моих ошибок. То есть, как бы, давайте либо одно, либо другое.
Вот всегда больше всего нравятся вот эти корочки сверху, сырные, да? Или нет? Господи, аж звон в ушах. Ой. Я обожаю, когда вот эти газики. Кстати говоря, один врач утверждает, что надо как раз-таки пить воду с газами. И не надо, не путайте лимонады и все такое. Нет. Обычную воду минеральную с газами только. Как его зовут там? Врач такой есть известный. На букву Б, по-моему. Чуть не сказала Берия. Ну, короче, он кардиолог, по-моему, какой-то известный. Я просто забыла фамилию. Вот я наткнулась на этот ролик. И он там говорил про эту воду. Что для кишечника лучше намного. Я вообще с водой всегда такого, знаете, мнения. У меня двоякое такое мнение по поводу этого, потому что нагружать себя лишней жидкостью вроде тоже не очень хорошо. Как говорят, пейте больше воды. Я не могу запихнуть в себя воду, воды, например, столько, сколько, ну вот не хочу я пить, а надо пить. Поэтому я придерживаюсь того, что организм сам дает знать, нужно ему это или нет. Пить надо по жажде в основном. Не знаю, это мое личное мнение. Опихать себя насильно воду, я считаю, это неправильно. Утром согласна, да, стоит выпить водички. Чтобы запустить работу желудочно-кишечного тракта. А все остальное, мне кажется, это уже не знаю, если может быть у кого-то совсем, может быть, сгущение крови. В общем, это лично мое мнение. Поэтому вкусно, 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 вкусно. У меня стеклянный противень, но он как бы большой, но вот эти вот бока, они ну, низковатые, поэтому много каких-то слоев не положишь. Я делала, да, целый вот такая, целый противень-то был. И все, все умяли, все умяли. Вот осталось только мне два куска. Сказала, нифига. На завтрак, на съемку.
Вот как это? А это никак, это как всегда. Сейчас надо еще постучать. Чтобы нежданные гости не пришли. Я потому что сегодня никого не жду. Ну. И дали башню. Эйфелева. Ну что, мои дорогие друзья, все. Наша трапеза подошла к концу. Спасибо огромное, что были со мной, что смотрели меня. Всем хорошего, позитивного настроения, всех благ. Пока-пока.